Всем известно издавна, что ты сделан из говна. Ни одна твоя пластинка никогда не будет издана. Soda Love. Вы стопудово слышали это имя много раз за последнее время. И чем он известен? Как и остальные Меланы, это чувак, который пишет забавные треки, копирует с запада, притом иногда так копирует, что аж стыдно становится, но иногда и не стыдно. Это музыка качественная, красиво оформленная, актуальная в первую очередь, а сам чел добавляет популярности своей персоне всякими нелепыми скандалами, выходками, тупыми выражениями и всем остальным. И казалось бы, чё об этом говорить? Но тут он выпускает релиз, который, если и нельзя назвать олдскульным хип-хопом в привычном смысле, то, по крайней мере, относительно предыдущего творчества Соды, это просто доисторическая олдуха. Как, зачем и почему, давайте разбираться. Здрасте, вы на канале Сейн. Wait. Сейн пошел на очередной жит-дейт. Жизнь как калейдоскоп, но что можно сказать? Так это не видите торг, серегите кров. Ты совал свой хуй в злоебучий синий мох. Во-первых, я не буду здесь корчить из себя эксперта по нью-скулу. Мне он не нравится, я его не слушаю и, как следствие, не понимаю. Это раз. Два. Я позвал в этот ролик в инновационном формате телеграм-интервью, лайк за инновационные форматы, настоящего динозавра питерского хип-хопа Крипа Крипа, он же Крипл, и он поможет нам разобраться в рэпе стиле десятых годов, как его яркий представитель. Собственно, приятного просмотра. Сейчас мужики навалом, но каждый второй пустой, как наружная реклама с фасустом зазывалой. Короним дружно эти глупые создания, танцуя будто ритуальные сотрудники и стяны. Для начала, какие последние три трека в твоем плейлисте? Йоу, ну пускай это будет Немс, Бинг Бонг, Джей Зи, История О'Джей и Арджи Пейн, Infamous Pain. Nice. А что самого свежего и ньюскульного там есть? Блин, да, наверное, ничего. Это такой классический бумбэп. По свежести, вот Немс выходил в прошлом году, альбом Конго. Офигенный. Как ты относишься к тому, что челы проверяют свои припевы в ТикТоке и выпускают только то, что там зашло? Убивает ли это суть музыки? Или есть музон от души, а есть коммерция? И это разные вещи. Ну, это, конечно, читерство, но чего-то плохого я в этом не вижу. Для меня главное — конечный результат. И у каждого человека, мне кажется, есть выбор переключить трек там, или оставить его слушать, или заткнуть уши. Главное, что получится по итогу. Все читают про шутеров, гэнги, драгдилинг и т.д. Есть ли разница, пиздишь ты об этом или нет? У Кул Джи Рэпа есть самый знаменитый его трек. Сторителлинг про то, как он улетает через окно на снегоходе, сзади сидит сучка, и он отстреливается параллельно от каких-то чуваков. Ну, не знаю, насколько он правдивый, но звучит офигенно. Он один из моих любимых. Готовясь к этому ролику, я посмотрел кучу интервью Soda Love, и во всех них сквозит вот это вот ощущение, желание доказать, что я не очередной тупой рэпер, что вы просто думаете, что я пишу только вот эти бенгерные треки про еблю и наркоту, а на самом деле там, конечно же, есть смысл. Ну, ребят, ну камон. Иногда бывает сухо, можно немножко плюнуть. Ну вот, я ходил острый крылышки, и у меня тоже была острая, я плюнул ее и зажгло киску. И я написал трек про это. Нормально? И, честно говоря, если бы он сам об этом не заикался, например, я бы не взялся бы его осуждать, ну, потому что, камон, 22-й год, уже 1000 лет, абсолютно очевидная истина, что музыка может не иметь какого-то глубокого смысла. Это окей. Однако же, Сода мало того, что сначала пишет строчки
читаю рэп так, что вам похуй на тексты, а потом говорит, что на самом деле в его текстах есть смысл, и ему это важно. Он еще и каждый новый релиз кардинально меняет стиль. И более того, говорит, вот, например, в интервью в Писке, что, мол, нету стиля Soda Love, и это окей. Потому что, когда ты остаешься в одном стиле, ты устареваешь, костенеешь, и, мол, вечно продрачивая одну и ту же телегу, ты ходишь по кругу. А перемещаясь из стиля в стиль, он как бы от этого избавляется. Выгляжу серьезно, кладя бич на кровать. Выгляжу... Как к этому относиться? Вопрос открытый, и я оставляю это на суд каждого, потому что что мнение, что мы живем в постмодерне, и действительно, возможно, это новый формат существования артистов, когда он не привязан к какому-то конкретному жанру, а юзает просто все, потому что почему бы нет? Это вполне нормальная, имеющая право на жизнь мысль. Так и мысль, копируешь образы, мол, ломаешь все, но нету своего соуса, хоть обмажься, также имеет право на жизнь. Собственно, напишите в комментах, как думаете вы. Не слышал отзывы о том же от других старичков индустрии. Многие явно недолюбливают новую школу. Могут ли подобные релизы изменить мнение старожил жанра? Ну, мне больше всего нравятся моменты, когда там разные поколения встречаются на одном треке. Тот же пример, например, у Соды был, по-моему, трек с Казяном. Были еще примеры такие, это, ну, прекрасно, на самом деле. Очень круто, всегда интересно слушать, короче. И, ну, да, в действительности есть такое, что в кругах там ходит какая-то предвзятость к новой школе, еще что-то такое. Но, блин, я уверен, что многим, кто хейтит, если бы эти типы предложили бы фит, они бы, ну, не отказались, короче. Читаю рэп так, что вам похуй на тексты. Это все еще рэп в таком случае? Мне кажется, что у русского рэпа все хорошо с текстами и со смыслом в этих текстах. Но ему не хватает работы над формой самой. Ну, в свое время мы слушали французов, не понимали вообще ни строчки оттуда. Но чуваки умели читать, как бы. И это звучало очень круто. И вот на звучание, мне кажется, стоит попотеть именно. Это не хватает русскому рэпу. Поэтому, мне кажется, он в чем-то прав. Сначала нужно научиться читать рэп, а потом уже вкладывать туда какой-то смысл, какие-то свои идеи. Можно ли крутой рэп продвинуть без маркетинга? И можно ли полное говно удачно продать? Ну, если честно, я ни разу не слушал рэперов, которые были настолько безумно крутые, и о них никто бы не слышал. И в то же время я ни разу не видел, ну, популярных челов, которые были бы безнадежны. Вообще, ну, просто там бестолочи от музыки. Говно-то пропихнуть можно, но люди-то видят эту фальшь, там, это фейк. Вот это однодневки. Они как бы погорят, снимут клип дорогущий, там еще что-то такое. Но отдачи настоящие они никогда не получат. Опять не вышла, я потный, будто подмышка. Я потный, будто подмышка. Но что бесспорно, так это стиль Soda Love. Как и остальные Меланы, он обладает потрясающим продакшеном. Почти все видеоработы, что выходят у всей этой тусовки, это дизайнерские, оформительские, в общем, визуально превосходные продукты, которые находятся на острие времени и на острие стиля. Примерно то же самое относится к звуку, то есть это вот пик моды и актуалочки. И здесь можно не вонять, все действительно сделано на офигенном уровне. И, возможно, многие старые рэперы, если бы просто поработали с теми же продакшенами, что делают клипы для Soda Love, возможно, сами бы тоже стали значительно успешней.
То есть у чувака все на мази. Можно по-разному там относиться к байту и вообще к копированию чужого звука. Мне вот как раз нравится мысль, которую где-то в этом ролике озвучивает Крипокрип. Но Soda Love мог бесконечно брать самый актуальный звук западных рэперов, обращаться к тем же чувакам из своих охуенных продакшенов и так и дальше клепать популярные песни. Но именно в нем самом свербило какой-то вот недостаток трушечки. И из-за этого он сначала приходит на Saint Cypher, где выдает какую-то, ну, термоядерную алдуху. Коп вдруг попросит паспорт, я его как укупник съем сразу, в смысле не копа, а паспорт. И после этого выпускает этот релиз, который по звуку больше всего похож на какой-то рэп десятых. Понятно, что с современными примесями, однако, опять же, относительно общего музыкального контекста и контекста музла самого Soda Love, это old school. И сам релиз по описанию Соды — это не то, что прям песни-песни, а скорее мои голосовухи под бит. Очередная исповедь артиста. Пора искренности. И я взялся делать этот ролик именно потому, что это интересный мув. Я не особо хочу копаться во всех скандалах вокруг Soda Love, но их много, и, возможно, как раз-таки это во многом его и подтолкнуло к тому, чтобы открыть свою какую-то искреннюю сторону, потому что что-то уж совсем он в медийном поле загрязнился, заморало его эта медиа-жизнь и скандалы с фанатками. Но справедливости ради, он и сам пиздец полный творит. Но это мне не особо интересно. Из личности Soda Love упомяну только один потрясающий момент. В том же самом интервью со впиской, с разницей буквально в 10 минут, его спрашивают: слушай, вот Мирон на альбоме сказал, что MC выглядят как богатые китайские туристы. Он такой: да не, это хуйня полная, ты чё, да я стильный чувак. При этом за 10 минут до того он показывает кеды, которые розовые, с кожей зебры, блять. И самое охуенное, что говорит при этом: слушай, я убийство животных не поддерживаю, но их же не для меня убили. То есть, наверное, он представляет, что браконьеры должны были с ружьем сидеть и такие: так, я сейчас зебру ёбну, левая ляжка Soda Love на кеды, правая ляжка Оуджи Буди на трусы, а остальное, ну, каким-нибудь другим рэперам продадим, главное конкретно понять каким, иначе считаться не будет. И, пользуясь этим лирическим отступлением про стиль, не могу чуть-чуть не покидаться говном в обложку, но реально, ты выпускаешь релиз полной искренности и откровенности, и без сарказма, ну, действительно, откровенный релиз. Но, блять, там его голый торс, очень дорогие часы и охуенно бриллиантово висящий персонаж из Южного парка. Блять, вот иллюстрации лучше не придумаешь. Еще вот этот вот шрифт под сиськой. Какой шрифт, ёбаный рот. Но все, акция «Стоп душнильство», переходим к самому релизу. Честно говоря, я с первой строчки буквально понял, что буду делать обзор на этот релиз, потому что строчка «Я бы сейчас здесь не был, если бы не спиздил конкретный стиль первым» — это во. Я не уверен, что Сода это прям так осознает, но я здесь еще очень много упомяну, насколько он метамодерновый артист. Я слабо могу представить какие-то подобные строки, хотя, опять же, они, может, и есть, у других исполнителей, которых я слышал до этого. Хотя, ну, всем очевидно, что серьезная доля карьер построена именно на этом, на том, что какой-то чувак, который очень долго дрочит этот рэп, и у него что-то не получается, в какой-то момент просто успевает попасть в волну, и после этого у него тот самый шанс популярности, тот самый вот золотой момент, когда на него направлен свет всех софитов, и дальше ему нужно как-то остальные мувы совершать. И то есть, понимаете, не то, что в этом нет ничего зазорного, это и так всем очевидно, но вот признание этого в первой же строчке релиза — это охуенный и сильный ход, нравится. Еще нравится,
что Сода выбором жанра концентрирует внимание на своих текстах и вот именно на лирике, и у него получается на этом пространстве выдавать хорошие ударные строчки. И я говорю даже не столько о панчлайнах, потому что на кеках в духе «купил себе часы Хупло, теперь мне дрочит миллионер» и так была во многом построена предыдущая музыка Меллонов и Соды в частности, но здесь именно есть вкусные вещи. Что можешь сказать про сам релиз? Рифмы, панчи, флоу на уровне? Ну, мне альбом понравился, он показал себя, ну, не с такой легкомысленной, короче, стороны, более вдумчивый. Мне кажется, ему самому будет, ну, по приколу это послушать. Как я уже говорил, это типа, что-то типа, когда детей отмечают, ну, на косяке двери черточкой его рост. Вот, этот альбом что-то типа того. Рифма, все круто. Если бы он, мне кажется, этот альбом записан быстро, если бы он чуть-чуть посидел еще над ним, то, возможно, форма была бы покруче. А так, ну, вполне я прикольно. Я не могу добиться цели, именно поэтому все еще живу. Неважно, какой... Он говорил, мол, это даже не совсем песня, а скорее набор голосовух под бит. То есть он даже не пытался сделать из этого хиты. Как думаешь, возможно ли сейчас написать хиты с тем звуком? За всю жизнь я понял, что возможно все. Типы, в которых, ну, я не верил, они выстреливали, и наоборот, как бы... Все настолько непредсказуемо. Так что вполне возможно, что звук вернется такой, как в 90-х, и повторение, как мода циклична, так и музыка. И я ничему не удивлюсь. Тоже к вопросу о метамодерне, серьезная доля мыслей, которая содержится в этом релизе, это перевертыш как будто тем предыдущих песен Соды и, ну, вообще всех рэперов. Что вот это вот его арава, его друзья, его гэнг, это в основном фейки и люди, которых даже не стоит запоминать. Его бесконечные, беспорядочные половые связи на самом деле тоже могут его огорчать, потому что у него мог бы быть уже 3-летний ребенок, но он выбрал аборт, потому что ни одной достойной среди них не было. То же самое относится там к бабкам, которые его не радуют, к наркотикам, которые тебя убьют, вот эта новость. И хотя сам ракурс, вот это вот направление мысли, артист, который на своей вершине, и ему тяжко в своем успехе, он совершенно не новый, все равно это звучит интересно, и, ну, не так уж много, по крайней мере, я такого слышал, все еще свежо и прикольно. Однако же, видно, что из репертуара получается выйти не совсем, потому что все еще, это, кстати, как в обзоре Фейса было, все еще при даже декларировании каких-то серьезных мыслей получаются какие-то тёлки, которые ему сосут, какие-то наркотики, которые, несмотря на то, что зло, но все равно но круто. И все в этом духе. Видится какая-то замкнутость тематики. И при этом даже интересно, насколько эта замкнутость обусловлена самим Содолавом или его референсами. Потому что он сам говорил, что любит алдушный русский рэп, и как бы чем еще можно объяснить приход на Saint Cypher, мол, это и челябинский рэп, там всякие O74, Чемодан Клан, все остальное. Говорил, что Оксимирона любил, потом, правда, передумал, но это не считается. В общем, его рэп также содержит и грешки того самого подъездного и постподъездного рэпа, которые в нем были. То есть строчки в духе «свобода — это рабство, и я раб свободы», или «кто-то жадный до жажды». Прям так и хочется сказать: «Нихуя он умный!» Ничего, я всегда есть шанс получить все, потеряв за час то, о чем так долго мечтал. И вот этот 23-летний чувак, который пишет музыку уже в абсолютно вот этом новом понимании, когда все можно взять, засэмплить, переделать, скопировать, чуть-чуть еще переделать, написать тайп-бит или найти тайп-бит и переписать его, чтобы он был как бы более твой, но все еще тот, вот с этим пониманием музыки он берет жанр, который сам раньше слушал. И по такому же принципу, как вот берутся и переделываются эти инструменталы,
он по такому же принципу и пишет тексты. То есть это где-то похоже на конкретных чуваков, где-то это имеет ровно те же недочеты, вот как сюда залетело вот это вот рифмовое словоблудие, да? Весь WhatsApp, в душе откликнется тоска, и детство машет мне пока бонца. Осознав, что закрыты уши, вайтками было уже наплели. Бишься корешу, но за спиной кореш его, сегодня он самый родной. Так, но вместе непобедимый клан, как в том старом... И этот жанр он юзает для своей конкретной задачи. То есть ему нужно написать искренний релиз и высказаться. И для этого идеально подходит вот этот жанр. То есть, условно, если в следующем релизе ему захочется выплеснуть свою агрессию, он там возьмет какой-нибудь рэп-кор а-ля Limp Bizkit. А потому что хули нет. И вот это, по-моему, настоящий метамодерн. Потому что теперь есть, безусловно, актуальные и менее актуальные жанры. Но все жанры, вот которые когда-либо рождались и существовали, они все теперь просто есть. Какой бы жанр вы ни взяли, вы, скорее всего, найдете релиз, который вот вышел за последние 3 года. Это может быть психоделик-рок, какой-нибудь джаз, какой-нибудь фолк, вообще что угодно, что время чего прошло давным-давно, все равно у этого остались какие-то фэны, и они продолжают подобную музыку делать. Но теперь, возможно, мы окажемся в ситуации, когда, в принципе, все артисты будут делать какую-то разную музыку. Понятно, что... вряд ли все станут мультижанровыми, но сама возможность и появление уже такой тенденции, по-моему, безумно интересно. Но что при этом важно, что оказавшись именно в этом жанре, он, например, в большей части треков не написал припевы, а там, где написал, не делал на них особенную ставку, да и в принципе, комментируя альбом, он говорит, что это не в смысле песни-песни, то есть он не рассчитывает на то, что они завирусятся. И понятно, что в случае с Содой это связано с его личным опытом, и у него как бы, ну, во многом коммерческий музон, и он, ну, представляет, что продается, а что нет. Но вот вопрос, он не делает эту ставку, потому что не хочет, и у релиза другая цель, или потому что не может? Потому что, опять же, не сказать, что это какая-то превосходная работа со словом, не сказать, что там есть что-то прорывное в плане звука. Более того, там даже нет попытки написать ни один хит. А вот вопрос, можно ли прямо сейчас написать хит в стиле рэпа 2010-х, ну, оставляю на ваш суд, но лично по моему мнению возможно. Потому что, ну, просто как пример, да, никак не связанный, вот это вот самая известная песня порнофильма, «Дайте мне белые крылья», она звучит как рок 15 или 20-летней давности. Это не в минус самой песни, но, честно говоря, это звучит как песня ровно той эпохи. Вы, если будете ставить там какой-нибудь плейлист Яндекс.Музыки «Русский рок», да, и оно будет там рядом с какой-нибудь арией стоять, то это будет звучать как песня абсолютно из одного CD-сборника с Горбушкинского радиорынка. И тут стоит сделать поправочку, что хит этот будет существовать также вот в этой нашей дрянной современности, где все общество, оно безумно сегментизировано. И у всех музыкальный вкус, он очень узкий, и всем нравятся очень разные вещи. Несмотря на общий тренд на автотюны, вот казалось бы, те же Мелоны сейчас рвут все чарты, два самых обсуждаемых альбома последнего года, извините, предыдущего года, это «Бандана» и «Красота и уродство». И тот, и другой во многом играли с алдухой, а некоторые треки оттуда — это прям натуральное ретро по нынешним временам. Все похожи мини-мы, все поменялось, наши дни тяжело бы. На деле попытка оправдать слабый релиз, тем опередив чужой разборож, не по себе, сколько лет затасканный прием. И будем закругляться. Кого из новошкольских челов тебе еще было бы интересно увидеть на старых минусах? Кого из старой школы тебе было бы интересно увидеть на новых? Да, абсолютно всех. Я очень соскучился по этому звуку с сэмплами. Благо, на Западе почему-то не забывают о нем. Это у нас только гонятся за трендами постоянно. Помню, одно время, когда был популярен R&B, там сериал выходил, еще я посещал чувака в клубе, который говорил: «Все, рэп умер,
только R&B. Сейчас мы делаем R&B, это самый будет в тренде, короче. Но время показало, что это не так. Как бы. А так хотел бы услышать касту на Detroit биты, Detroit стиль. Мне кажется, они бы сделали угарно это в своем стиле. И лично я буду рад, если будет появляться гораздо больше олдскульных релизов. Ну, понятно, в очень широком смысле олдскульных. Потому что лично я такого больше слушаю, мне такое больше нравится. Но если выйти лично за мои вкусы, то если вот вы думали, что, блин, я же не Kendrick Lamar, или я же не J. Cole, или я же не G.I.D., или, короче, другие западные рэперы, которые вот абсолютно в своей узкой стилистике существуют, и тем не менее имеют огромные прослушивания, куда мне сейчас на российский рынок там выходить со своей алдухой или со своим узким жанром? Это же не актуально. А больше нет, актуально. То есть, ну, в смысле, оно есть, но оно уже совершенно ничего не значит. Ну, поэтому для любого жанра сейчас самое время. Так что давайте запишите мне свежие алдухи в плееры на обзоры, потому что я заебался, блядь, на чем мне собирать просмотры. Мне постоянно пишут, блядь, обозрей, пожалуйста, вот эту вот группу, у которой примерно 3 подписчика и 2 прослушивания в Spotify. Не хочу, ребят. Я хочу чуть больше денег, чуть больше просмотров, чуть больше всего. Вот вы уже посмотрели этот ролик до конца, уже заебись. Спасибо. Надеюсь, вы подписаны на канал, потому что если не подписаны, то подпишитесь. Если не стоит колокольчик, поставьте колокольчик. У меня еще предыдущие ролики тоже прям охуенные. Заебало меня сидеть с такими просмотрами. Извините, вот такое, блядь, откровение. У Содолава альбом откровение, у меня концовка ролика откровение. А на этом все, не считая того, что вам надо зайти на мои стримы. А так, спасибо, что досмотрели. Ты знаешь, где кнопка подписки. А? Не сходит Сейн, московский бассейн. Удалил его из друзей гусар Гусейн, потому что он продался сейл. В центре Тбилиси от теров сделают сейф.